нашем проекте. Ребята получат достаточно высокие. Зашел все мои самые плохие ожидания. Прости, пожалуйста, Олечка. Все сделано, ничего не нужно. Молодец, я молодец. Очки, гумочки потеряли. Молодец. Ханька, молодец. Все, отыграл. Главное, не растерялся, очки одел, все и сделал. Молодец, все. Молодец. Поддержки какие сделал. Да, я даже прогнулась. Да. Шаг, который боялся, все сделал. Да? Абсолютно. Хороший был провоз, хороший был... Нет, все очень четко, нет, взял спину, молодец. Да. Ну все, с боевым крещением. Подтяжку сделали тебя. 2 раза. Ну поздравляю тебя, теперь у нас еще не только фигурочек, но и фигурист. Молодец, молодец. Для начала это очень хорошо. Правда хорошо. Да, чуть раньше музыки поторопился на вот эти, на вторую фазу, но ее сделал хорошо. Из-за этого немножко там... Итак, Анна Семенович, Павел Колобков, оценки за технику! 5-9! 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92 балла. Илья. Так как в этом замечательном номере, конечно... Анечка меня потрясла своим артистизмом. Звучала музыка моего соавтора, любимого Раймонда Паулса. И я знаю, что он смотрит наши передачи. Я хочу прочитать ему посвящение. Можно, да? Раймонд, ты меня слышишь? Лапвахар. Лапвахар Рига. Добрый вечер. Палдис. Палдис, Илья. Когда играет Раймонд Паулс, неповторимый Раймонд Паулс, невозмутимый Раймонд Паулс, неистребимый Раймонд Паулс, как в море в музыке купаясь, на волнах музыки качаясь, в глубины музыки спускаясь, планктоном музыки питаясь, без промедления, без пауз, кричите Паулсу без пауз, хотите бис, хотите браво, в обоих случаях вы правы. Браво! Браво! Спасибо, Илья! Татьяна Анатольевна! Я перейду к танцу. Во-первых, перед нами человек, который первый раз сегодня вышел на лед нашего, нашего ледникового. Да? Этот человек прошел 5 Олимпийских игр. Только самые выдающиеся. Невероятно. 5 – это так много. 5 на 4 – 20 лет на Олимпиадах. И выиграл Олимпийские игры. Это гордость нашей страны. Паша, спасибо, что вы вышли на лед. 6-кратный чемпион мира. Вдумайтесь в эти слова. 6-кратный. Браво, Паша. У вас был прекрасный номер. Вы в этом номере делали, не просто тут бегали. Вы делали шаги. Не только Аня вокруг вас крутилась, как белка в колесе. Мы знаем, что она умеет. И очень много, и мы ее очень ждали и любим. Но вы делали такие же шаги, как она. Илюша, это очень хорошая твоя постановка. Молодец, ты угадал их. Правда, Марат? Абсолютно точно. Здорово! Поздравляю вас! Американцы бы сказали welcome. А мы говорим, добро пожаловать в Ледниковый. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые судьи. Поздравляю вас, вы молодцы. Теперь вы по-настоящему участвуете и соревнуетесь. Павел, поздравляю тебя еще раз с дебютом. Это был твой первый выход на лед. Скажи честно, ты волновался? Знаете, ужасно. Мне кажется, я так никогда не волновался, даже когда не выступал на Олимпийских играх. Но спасибо Ане, она мне очень помогла, поддержала. Она сказала, главное улыбаться. Главное улыбаться.
и все будет в порядке. А это вообще возможно, когда такое напряжение, улыбаться? Тяжело, тяжело. Но мы как-то справился, посмотрел на Аню и как-то сразу расслабился. Конечно, спасибо Илюше тоже. Илюша нашел правильные и нужные слова. И нужное решение. Хотя, мне кажется, это какая-то совершенно фантастическая, юмористическая история, потому что, честно говоря, я не могу себе представить мужчину, который откажется пройтись в это замечательное заведение под названием ЗАГС вместе с Аней Семенович. Обычно отказываюсь я, правда, ты права. Но тут Пашка, видишь, устоял, я его тянула в этот ЗАГС, а он на тебе, как все мужчины, и убежал. Поматросил, да и бросил. У тебя еще все впереди. Аня, приходилось работать в ускоренном режиме. Каково было учить Павла, скажи? Ну, вы знаете, он спортсмен, этим все сказано, он очень собранный, он очень трудолюбивый, он меня со льда не выпускает. Я говорю, Паш, мне пора, у меня съемка. Он говорит, куда, мы всего 3 часа прокатались, еще надо 3 часа покататься. В общем, вы знаете, он молодец, он очень прогрессирует, и действительно, он за неделю выучил такие сложные элементы, которые, ну, вот многие там еще даже до сих пор не умеют делать. Я надеюсь, мы будем также прогрессировать, и через неделю мы вас постараемся еще удивить какими-то сложными шагами, а может быть, даже уже и сложными поддержками. Я обещаю, ужинать не буду. Улыбайся. Спасибо вам большое. Удачи.